удивляются, как продолжается сама жизнь. Недавно мы открывали их. И вот уже прощаемся. Но точно так же меняются и времена года. И на смену зиме приходит весна. А в небе, корабль, летит волшебный корабль, пожалуй, который и является вестником весны сегодня, конечно. И как ожидание приближающегося весеннего главного праздника весны, пасхальное яйцо, подобное тем, что сотворяли когда-то ювелиры великого Фаберже, прославившие русское ювелирное искусство в мире, парит над стадионом, а на палубе поет.